позади последние выходные этого жаркого лета. Тусовка, музыка, куча друзей, шумная компания. Прошли мимо меня, и я сидел все выходные у телевизора. Но я думаю, что кировчане отдыхали повеселее. Наш оператор Сашка в эти выходные вкрутился в ногу саморез. А как кировчане отдохнули, узнаем прямо сейчас. Пойдем, давай, поторапливайся, Сань. Че, больно, да? Ну ладно. Ребят, здрасте. Первый городской, как провели последние выходные лета? Замечательно. Можно чутка поподробнее. Находились в загородном лагере с друзьями. Это все, что можно сказать, да, при взрослых? Катался на теплоходе. Вот, самые веселые на настоящие выходные. Все, кулачок. Картошку копали. Горячо. Как провели последние выходные лета? Хорошо, гуляли по городу. Было очень-очень весело, мы просто отжигали как могли. У бабушки в деревне. Так как молодежь-то проводила эти выходные? Дома в интернете, сидя на диване. Дома в интернете, сидя на диване? Пока что 1-0 в ее пользу. Давайте как-то парируйте этому веселому вечеру. Книжки читали, но мы. Книги читали. Бум, 1-1. Ну и давай ты расскажи, как нужно отдыхать все-таки выходные-то. Да я у бабушки была. Вот! Все, учитесь у молодежи, старушки. У вас прям самый летний костюм сегодня. Расскажите, пожалуйста, как вы эти выходные отжигали, кутили? Отжигали, кутили на яблонях. Сидели, снимали яблоки. Чтобы потом сделать сидр. Яблочное пюре. И сидр еще. Нет. Пюре, да? Нет. Ну, сидр точно нет. Тут дети, поэтому мы не скажем, да? Нет. Сидр нет, правда, ни разу не пробовал. Попробуйте. Ну, хорошо, с вашей легкой руки, может быть, что-то и получится. Я просто ходила восстанавливать себе глаза. Все хорошо, чтобы осенью смотреть на листопад. Ну, все правильно, вы подготовились. Ой, ну по-вашему. Все. Мы ходим как дебилы по улицам, ржем как ненормальные. Вот! Лето пока, да? Пока. А лето это мужчина или женщина? Давайте мужчина, и вы ему вот так вот сделаете. А если женщина, то я сделаю. Кто знает, кто не знает.